Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шоу-Трибун. Сегодня готовлю очень вкусный, очень полезный салат. Салат очень легкий, очень интересный по своему составу. Ну и, конечно же, готовится очень легко и просто. Как вы все любите. Начинаем готовить. Поехали! Свекла у меня запеченная. Запекал в духовке, в фольге. Час 20 при температуре 180 градусов. Теперь я ее нарезаю на вот такие вот ломтики. Не очень толстыми. Слаживаем несколько пластин в стопку и нарезаем тонкими-тонкими брусочками. Вот такие вот брусочки у нас должны получиться. Берем подходящую салатницу и отправляем в нее нашу свеколку. Добавляю 1 столовую ложку уксуса яблочного и столовую ложку подсолнечного масла. Хорошенечко нужно перемешать. Масло нужно залить для того, чтобы, если будет у вас еще один какой-то ингредиент, чтобы свекла не передала свою краску, а краска сохранялась внутри свеклы. Также понадобится 1 луковица. Нарезаем перьями. Лук отправляю в миску и заливаю кипятком, чтобы убрать горечь. От 2 до 5 минут пусть лук постоит в кипятке. Также нам понадобится 3 огурчика кисленьких. Также нарезаем их соломкой. Отправляем огурчики в салатницу. В воду кипяченую с лука слил и добавляем также сюда салатницу. Еще один интересный ингредиент — это фасоль. Фасоль у меня красная, можно использовать белую. Какая есть, такую добавляйте. Солим по вкусу. И также перчим по вкусу. Осталось перемешать. Такие полезные салатики должны быть обязательно в вашем рационе. Почему? Потому что они снижают нагрузку на наш организм и очищают, друзья. Реально очень простой, очень вкусный. Чем-то схожий по вкусу на винегрет, но совсем не винегрет. Очень вкусный, очень интересный и вкусный. И вкусный 2 раза сказал, да? Нормально. Супер, друзья. Друзья, кому понравилось, ставим лайки, комментируем, делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь, до следующего видео.